Первая труба. Точка сброса, которую мы обнаружили. Эти кадры были сделаны на реке Горетовка. Здесь был обнаружен сброс нечистот в водоохранную зону реки. Загрязнение призвали предприятие, которое осуществляет свою деятельность на землях сельхозназначения. Вот, смотри, вот она пена. Далее мы решили осмотреть данную территорию с помощью квадрокоптера. Произвели облет, выявили гибель рыбы в данном месте. Вот. И после того, как пригласили Росрыболовство для забора анализов, вот, сегодня также установили в ходе вот этого мероприятия источник выброса. Выдувают бутылки, заполняют их моющими веществами различными, там которые там для посуды используются, до автомобильных, вот, клеят этикетки и так далее. Вот, и нашли, соответственно, место сброса на рельеф и по рельефу на водосборную площадь реки Горетовка. Пятые пробы анализа воды с реки Горетовка были отправлены в лабораторию в НИРО. Результат будет известен в течение недели. Блогер Евгений Лашкевич, специально для Старшеромовского телевидения.